Плохая вода, проблемы в системе теплоснабжения, подтопление Советской улицы. Больше всего вопросов у жителей Голицына к МОЗ-автодору. За 2 года ни одна проблема не была решена. Это и переход через железнодорожную ветку Звенигородскую рядом с Можайским шоссе, там, где порядка 300 ребятишек в школу уходят зимой без пешеходного перехода прямо по дороге. Это и остановочные павильоны. Расстраивает горожан и внешний облик Голицына. Субботники весной проводятся активно, а после качество уборки не выдерживает никакой критики. Улицы, дворы, они убираются, в общем-то, не очень хорошо. С чем это связано, нам, жителям, не очень понятно. Не меньше волнуют жителей и культурный вопрос. Создать в Голицыно краеведческий музей решили давно. В 22-м году для него определили здание – бывшую контору Вяземского складочно-потребительского общества «Лозоплетение». Она была построена еще в конце 19 века. Пока кипит документальная работа, исторический объект разрушается. Наболевшие проблемы местные активисты обсудили с заместителями главы. Надеются, они решатся. Ведь совместно с администрацией округа уже удалось добиться немало. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».